Ну что, друзья, вот мы стартовали. Что будем говорить? Ну, давайте поговорим о настроении. Почему оно хорошее, почему плохое? Химия. Часто. Не знаю, почему-то оно у меня сейчас вполне хорошее. Хотя, собственно, никакого повода для радости нету, ну, в смысле, имеется в виду. Ну да. Но хорошее. Это все вопрос. Как говорит одна моя подруга, в общем, энергия. Энергия, все есть энергия. Ну, видимо, да. Ну вот, кто не видел, тут вот так у нас. В общем-то, все с природой в порядке. Даже по любым меркам. А это, друзья мои, Подмосковье, час езды до Красной площади. О, вот опять у нас. Ну, в общем, это умная собака очень, но это все отдельная история, которую мы сейчас затрагивать не будем. Но, с другой стороны, почему бы и не затронуть? Хозяин перешел в другое измерение. Ну, собака скучает. Вот и все. Вот и вся элементарная схема.